Ребят, смотрите, срочно записываю сообщение. Смотри, вот неизвестен. Неизвестен мне звонит сегодня весь день. Я не буду трубку брать. Что я тебе звоню, блядь? Ты меня слышишь, что я тебе звоню, ты трубку не берешь? А ты в курсе, что я с полицией? Ну, короче, тебе пизда пришла. Если ты 100 штук не отдаешь, мне должен сотню, короче, и будет все нормально. Или а что? Если нет, короче, твоего канала пизда пришла. Я буду думать, что с этим ублюдком делать. Я жду вас всех на сервере и жду поддержки лайков. Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. В чате вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. Поэтому, если вы хотите также снимать анти-Грифер шоу, тогда становитесь владельцем сервера, на который как раз действует скидка, и снимайте эти прекрасные ролики анти-Грифер шоу. Ссылка на IP-сервер находится в описании ролика. Всем привет, дорогие друзья, срочно снимаю. Прям вот, смотрите, видите, смотрите в чат. Я тот Грифер, который заблокирует канал Серджу. Все на спаван, мой префикс заблокирую. Очень много сообщений мне надо стало сейчас поступать в ВКонтакт, на канале в комментариях, в личку, в ВК. Просто все мне заспамнили, написали, что здесь тот, типа, который Грифер, который заблокирует канал. И он почему-то уже, наверное, час так долбит сюда, в чат, эту, что он это сделает. Я пока не верю, я сюда сам зашел, потому что мне важно. Я так и не нашел того человека, который заблокирует мой канал. Что, кто это? Смотрите, вот его префикс, о ком пишет. Вон, смотрите, ему пишут урод, урод, его обсирают. А, или тут. А, он других людей обсирает. Фу, вы. И вон, я не буду материться, он их обсирает. Вот этот ник, посмотрите. Заблокирую просто. Я пока не знаю, насколько это правда, но почему-то здесь куча народу на спавне. Все сюда прибежали посмотреть на него. Что это? Вот здесь куча народу. Он потому что пишет, что тут на спавне он стоит, указал свой префикс, ник. Я не знаю, насколько правда это все, но. Спасибо ребятам, которые просто долбили в личку. Я их очень благодарю. Сейчас мы будем выяснять, сейчас я буду писать ему в скайп. А пока я обязательно хочу сказать то, что здесь все люди неспроста собрались. Вот, если вы хотите также зайти поиграть, получить админку, вот, заходите на сервер и пишите фри и получайте бесплатно админку. Вот все заходите и получайте бесплатно админку. Пока ничего если не заблокировали, пока сервер существует, то получайте, пока все есть возможность бесплатно получить. Просто заходите, пишите фри, и тут два способа, как вы можете ее получить. Вот. Получайте, это я хочу сказать, как бы если меня заблокируют скоро канал, я уже не смогу вам раздавать админки бесплатно. Мне хочется это сделать, чтобы вы все-таки бесплатно получили, снимали, не знаю, антигрифер, тоже шоу как-то не так. Но, а мы возвращаемся, вот он летает здесь до сих пор, он также спамит это в чат. Давайте ему напишем, как его там ник? Просто геймер. О, значит он знает, что мы ник Серджу. Ты хочешь заблокировать мой канал? Вон, он пишет в чат, что он всех обзывает. Вот сейчас я прямо написал ему, ты хочешь заблокировать мой канал? Я не знаю, ответит ли он, потому что здесь в чате очень много сообщений. Я не знаю, ответит ли он. Но я буду пробовать. Он должен узнавать мой ник. Если он блокирует мой канал, или кто у него там, папа, мама. Да, я, вот он пишет, да, я в чате, стойте. Он до сих пор это спамит, сейчас очень важный момент. Давайте сразу перейдем к делу, не будем вот это все там, привет, пока, зачем ты делаешь, пошли в скайп, говори скайп, сразу к делу, потому что дело очень важное. Естественно, я снимаю ролики, пока канал не заблокирован, то есть, как вы видите сами, он еще есть, пока все нормально, я не знаю, как процедура, говорю, это будет происходить, но пока не заблокировали, я буду снимать, говорить об этом, снимать гриферов, находить их, банить, блокировать, пока у меня есть возможность. Очень много народу на спавне, очень много, он их всех собрал, если вы захотите тоже на сервер всегда, тоже будем все здесь собираться. Давай пошли, мой скайп, вот, запоминайте его скайп, мой скайп арестант, запоминайте его ник, потому что если это... Сейчас я буду пытаться узнать, что за скайп, добавить его, секунду... Дорогие друзья, я понял одну вещь. Это тот человек, который у меня уже был в скайпе. Он у меня уже снимался, я узнал, кто это. То есть я ввел в поиски, а мне выдался мой друг. Я сейчас... Ну, друг, я имею в виду условно. Мне сейчас из-за этого стало, конечно же, грустно. Но я попробую позвонить. Значит, меня предал тот, кто был у меня в скайпе. То есть это его рук дело. Он снимался у меня, если что, ребята. Знаете. Настроение по... Алло! Здравствуй. Здорово, блядь. Твой ник, я так понимаю, просто геймер, да, 2? Да, это мой ник. Ты указываешь в чате, что ты якобы вот, заблокируешь канал. Какое отношение ты имеешь к этому? Скажи, пожалуйста.
Ты дебил, я заблокирую канал твой, мои родители. Твои родители? Кто конкретно? Отец мой. А как, каким образом вообще? Зачем? С чего? Как вы... С чего? Объясни. Докажи мне это, чё ты врёшь мне? Да это правда, я дебил, он тебе просто всё утро звонит по телефону. Стой, подожди, у меня вот весь день неизвестный номер высвечивает. Кто-то мне звонит, я трубку не беру. Не твой? Да, кто? Это мой отец. Твой отец. А кто твой отец? Он работает в полиции. Он работает в полиции? А ты мне не говорил, что он у тебя в полиции работает? Так что ты пидорас ебаный. Ну, ты меня не оскорбляй, пожалуйста, я с тобой нормально разговариваю. Заткнись нахуй, блядь, дебилоид. Ну, а он... А зачем он мне звонит? Я не буду с ним разговаривать. Он поговорить с тобой хочет, дебил, ответь. Ну, если он... Даже если он, понимаешь, еще раз позвонит. Где твой отец? Тебе какая разница, в комнате сидит. То есть ты хочешь сказать то, что это он мне звонит все утро? Он со мной лично хочет поговорить? Да, чтоб ты ответил, поговорил с тобой с Дауном таким обоссанным, чтоб ты сдох, блядь. А я вам что такого плохого сделал? Да ты идиот конченый, я тебя ненавижу тебя. Сейчас он тебе опять будет звонить по телефону, Даун. Зачем он мне будет звонить? Ты мне врешь, это не... Подожди. Слышишь, Даун? Неизвестен. Это реально вы? Давай, зачем вы мне... придурок, отвечай, Даун. Я срочно должен это записать. Так. Ну? Ребят, смотрите, срочно записываю сообщение. Смотри, вот неизвестен. Неизвестен мне звонит сегодня весь день. Вот, пожалуйста. Вот этот телефон, неизвестно. Это он реально звонит. Вот я сейчас прям в прямом эфире нахожусь на сервере. В скайпе нахожусь. Вот, вот ник его, вот. Вон он там. Я сижу с ним в скайпе, он до сих пор мне звонит. Я трубку брать не буду. Я не буду трубку брать, потому что я не знаю, как это сыграет роль. Вычисли. Вот он что-то в скайпе орет. Скажи что-нибудь, алло. Молчит специально. Я не буду трубку брать. Так, я продолжаю. Слышишь? Так, алло. Ты меня слышишь? Вы кто? Я отец. А, это вы уже здесь? Зачем вы мне сейчас звонили, если это вы звонили? А что я тебе звоню, ты трубку не берешь? А я не буду трубку брать от неизвестных номеров. Почему я должен это делать? А что ты? А ты в курсе, что я с полицией? Я не был в курсе. Сейчас я, видимо, в курсе, что вы с полицией. Ну, короче, тебе пизда пришла, блядь. Ну, во-первых, не надо материться, а во-вторых, объясните, по какой причине. С чего мне пришла она? По такой причине. По какой? Зачем вы... Как у вас вообще получилось... дойти до такого, что вот суд решил заблокировать мой канал. С чего это? У меня есть знакомые в суде. То есть, если вы работаете в полиции, вам все можно так получить? Да, ну, то есть, вы тот самый человек, который устроил мою проблему? Короче, если ты 100 штук не отдаешь. 100 штук? Вы что, издеваете? За что? Вам отдать 100 тысяч? Я должен вам отдать 100 тысяч? Да, ты мне должен сотню, короче, и будет все нормально. Или а что? А если нет, короче, твоего канала пизда пришла. Вы что, издеваетесь? Я вам что, миллионер? Я откуда такие деньги возьму? Не хочешь там ищи. А вас не волнует, что мне деньги тоже нужны? Может, у меня проблемы какие-то? Мне деньги надо потратить. Нет, меня это не интересует. Я в шоке вообще. И это вы мне... Я не знаю, о чем. Слушай, ты меня. Если ты 100 штук не отдаешь, пизда твоему каналу пришла. Я не знаю, о чем ответить. У меня к вам на самом деле такая ненависть и от моих подписчиков. Вы работаете в полиции, значит. Да. У нас такая полиция, значит, у нас беспределит, правосудия нет. Думай, как хочешь, блядь. Слушайте, вы думаете, вас вообще, вам это никак не откликнется, что ли? Мне нет. У меня нет 100 штук, я не могу их вам заплатить. Ну смотри, ну-ка, к твоему каналу придет пизда. И вон, меня даже все подписчики просят, чтобы этого не было. Зачем это делать? У меня люди, у меня большая аудитория. Вы понимаете, что вы вредя мне, вредите им всем. Ну это не мои проблемы. Ну конечно, у вас вообще проблем, когда в полиции. Я тебе говорю, сотку гонишь, блядь, и все, блядь. Еще раз ты не возьмешь трубку, придет тебе вообще пизда, блядь. Слушайте, я на вас наоборот жалобу напишу, что это что за хи... Почему вы не звоните с неизвестного номера? Это вообще вторжение в мою личную жизнь. Откуда вы Алло? А, он скайп сбросил? Он скайп сбросил, отлично вообще. Отлично, этот... Я не буду извиняться за выражение, этот ублюдок, этот урод моральный, я не знаю, я его ненавижу. Он мне звонит на неизвестный номер весь день,
с неизвестного номера, угрожает мне сейчас баном канала, это он был, оказывается. И он еще хочет, чтобы я ему 100 тысяч отдал, иначе мой канал заблокирует конкретно, окончательно. То есть поэтому мой канал не блокирует, он хотел с меня 100 тысяч содрать, вот это получается. Я не знаю, что делать. Фух, тварь, блядь. Друзья, пока давайте так сделаем. Ставим лайки до сих пор, продолжаем ставить лайки. Я видел, что на последнем ролике вы поставили очень много лайков. Мне это прям радует, это помогает, возможно, как-то, я не знаю, но точно помогает мне, по крайней мере, держаться духом, что у меня есть подписчики верные, которые хотят, чтобы канал жил. Ставим лайки дальше, посмотрим, как с этим отцом решать. Вообще, я в шоке. Будем думать, что делать дальше. В общем, ставьте лайки и обязательно заходите на сервер, обязательно. Я здесь всегда играю. Пока канал не заблокировали, пока ничего не заблокировали, я здесь играю, мне приятно с вами видеться. Обязательно заходим, обязательно. IP в описании ролика. Тут встретимся, здесь получаете бесплатно. Вам ничего не надо платить, просто заходите, получаете бесплатную админку. Ничего не надо думать. Мы с вами здесь все встретимся, я почувствую вашу поддержку. Поэтому все заходим, всех жду. Я буду думать, что с этим ублюдком делать, либо писать на него тоже заявление, потому что у нас идет кейс суд высший, да? Не знаю, он просто полицейский, я не знаю, что делать. Всем спасибо, всем пока, жду вас всех на сервере и жду поддержки лайков. Спасибо, ребят, жду всех. Друзья, конечно же, я должен рассказать о самом главном, что можно получить у нас на сервере. А на сервере у нас можно получить админку, владельца, все что угодно, абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно зайти всего лишь на сервер и играть. Играть, играть, играть. Подойти к этому чуваку, посмотреть, у него написано «Пропишите команду free». То есть вы элементарно приходите сюда, пишите «free», то есть бесплатно, да? Смотрим, такая табличка у вас появляется, бесплатный донат. И вы начинаете смотреть, есть донат за время, а есть донат за убийство. И вы смотрите, каким удобным способом вы хотите получить донат. Либо вы получите TV, премиум, креатив, админ, супер админ, основатель. Если вы будете просто убивать людей, смотрите, чтобы получить ключ, нужно убить 20 игроков. Убейте еще 20 игроков и получите ключ. Открывайте его, и у вас есть возможность получить то, что здесь написано. Или же у вас есть возможность также, прописав команду free, отыграть время определенное на сервере и получить VIP, админку, основатель, даже самую крутую привилегию. Посмотрите на это. Все это мы сделали специально для вас. Наша разработка, чтобы вы смогли бесплатно у нас играть, играть и еще раз играть и получать привилегии, чтобы ваши часы, они не уходили в никуда, чтобы вы играли заслуженно, получали привилегии. Поэтому все сделано для вас, это наша технология, наша разработка, таких вы мало где найдете. Поэтому заходите, смотрите, кто-то эффектов накидал. Ссылка в описании ролика и используйте наши крутые бафферы, которые могут прокачать вас абсолютно крутым игроком. Все, всех жду, я пью в описании, ребята, всех жду обязательно. Давай.